Ну что, друзья, как вы слышите звуки на заднем фоне, мы все на МРБ. А значит, что у нас третий день тестов, завтра уже квалификация, сегодня мокрые тренировки. В целом, я не люблю мокрые тренировки, я вообще мокрый из-за дрифта, но... Когда есть интерес потестить пару настроечек, и после особенно неудачного этапа на первом этапе СДЧ по мокрому в Сочи, хочется, конечно, на все это потестировать. И хорошо, что сейчас пошел дождь, тестим автомобиль, смотрим настройки, ну, открутим, вертим. Мы готовимся к своей первой квалификации в сезоне 2024 года RDS GP. Вот. В целом, автомобиль все хорошо. Сломали редуктор, сломали две передачи. Третий, четвертый, потом еще раз сломали четвертую, третью. В общем, нормально. Работаем. Вот. Сейчас все сделали. И готовимся. Выезжаем. А вы не переключайтесь.